Я думаю, что летом вообще нужно прежде всего ездить на наши курорты, на берег Черного моря. А Египет – прекрасное время прежде всего для осени, весны, зимы. Я уверен, что наши туристы могут туда спокойно ехать. По той информации, которую мы получаем, на курортах все спокойно. И египетские жители курорта, все эти торговцы, сотрудники готовы грудью встать, защитить туристов, поскольку только из-за туристов они могут нормально жить. К тому же армия и полиция очень жестко контролируют территорию основных туристических районов. И в туристических районах все совершенно свободно и в Египте, и в Турции.